Всем привет! Давно я заметила в YouTube такую тенденцию, очень модную. Девчонки-блогеры стали снимать дорого-дешево. Например, они делают макияж на одной части лица дорогой косметикой и подбирают по цветовой гамме точно такие же продукты, только из более бюджетных марок. Мне захотелось снять немножко по-своему это видео, так как у меня давно не было видео о фаворитах. Я пользуюсь не только люксом, я пользуюсь и более бюджетными продуктами, поэтому мне хочется поделиться с вами тоже в этом видео и дорогими, и бюджетными находками, чем я пользовалась в последнее время, так сказать, видео о фаворитах дорого-дешево. Сегодня я сделала себе маникюр, он подходит под мою помаду. Давайте сразу начнем с моих губ, так как они, наверное, привлекают внимание, очень яркие. На моих губах сейчас два продукта. Это кремовая матовая помада от NYX в оттенке Ром. Нравится многим эта помада, и вы в Инстаграме спрашиваете в последнее время, что у меня на губах, что за продукт. Так это вот этот подруг. Помада с одной стороны вроде бы бархатная, с другой стороны немного пудровая, очень легкая, матовая. Карандашик из новой замшевой коллекции от NYX. Карандаш в оттенке ретро, винтаж. Карандаш тоже хороший, средней жесткости. И оттенок идеально подошел под оттеночек ROM. Продолжая рассказ о помадах, плавно перехожу к суперстойкому продукту для губ. Это Sensation Cosmetics. Вы уже, наверное, не раз слышали об этих продуктах. И для бровей помады у них есть. И есть суперстойкая в оттенке Very Berry Kiss. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас на губах всю ночь продержалась помада, то обратите внимание на Sensation Cosmetics. И минуточку внимания тем, кто не любит парабены и сульфаты, в этой помаде их нет. Не знаю, существуют ли в наше время девушки, которые не пользуются матирующими салфетками. Лично я пользуюсь ими всегда. В Алматы бывает такое, что со всех прилавках, в магазинах пропадают матирующие салфетки. И реально, я хожу, их ищу везде, и нигде их нет. Когда я была в Москве, обратила внимание на вот эту недорогую фирму. Обратила внимание на надпись сзади. Без ароматизаторов, парабенов и талька. Это хорошо, сказала я себе. Я всегда ими пользуюсь, когда хочу убрать жирный блеск с лица. И настало время показать вам кисточки от Real Techniques Bold Metals. Поделка, оригинал, дешево, дорого. Давайте вот сразу на чистоту. Для наглядного примера я взяла одинаковые кисти, подделка, оригинал, ну почти одинаковые. Здесь есть на оригинале гравировка Real Techniques и номер 100 на обратной стороне. А на подделке у меня вообще ничего нет. Хотя я видела такие подделки, на которых тоже была гравировка. Поэтому советую взять кисточки в руки, и тогда вы сразу поймете разницу. Оригинал тяжелее. За счет того, что кисть тяжелее, она направляет вашу руку в нужную сторону. За счет того, что утяжеление у основания. Как бы ваш макияж правильнее прорабатывается, нежели у подделки. Потому что у нее основание вообще пустое, легкое и перевешивает ворс. А что касается ворса, то я бы не сказала, что разница значительная, так как кисти сделаны из одного синтетического волокна. Честно сказать, я пользуюсь и подделкой, и оригиналом, и особой разницы не чувствую. Ну а для любителей, для ценителей все-таки оригинальных вещей, да, кисточки красивые, их приятно держать, красиво с ними работать, красиво снимать видео, так как они блестящие, такие девчачьи, милые. Если вам все это по душе, то да, вы можете их заказать, так как они красивые. Эти кисточки, да, очень красивые. Покажу вам сейчас гениальное изобретение человечества. Это парфюм Atomizer. Atomizer от фирмы Flo. Размером с палец. Открываете колпачок и вуаля, у вас ваш любимый парфюмчик под рукой. Да, дело в том, что вы можете перелить сюда любой любимый ваш парфюм вот в этот маленький флакончик. Я еще хочу себе дозаказать несколько штучек. Самое классное, что очень легко переливается вот этот атомайзер парфюм. Вы просто перепшикиваете. Здесь очень удобная воронка силиконовая. То есть ничего по сторонам не разбрызгивается. Пару пшиков, и у вас набирается атомайзер. Вы можете с сумочки его носить. Знаете, есть такие парфюмы, которыми хочется каждый день пользоваться. Они ненавязчивые, легкие, весенние, свеженькие. Просто как бы освежиться. И вот лично для меня сейчас таким парфюмом является Мадемуазель Азаро. Кстати, он очень стойкий. Несмотря на то, что он свежий, легкий, но он при этом очень стойкий. Вы знаете, что я очень люблю хайлайтеры. Я люблю, когда моя кожа сияет.
И я часто пользуюсь хайлайтерами. У меня есть потрясающий хайлайтер, состоящий из 7 разных оттенков от NYX. Это как раз на тот случай, если вы не знаете, какой оттенок выбрать. Здесь есть все оттенки, и у них текстура потрясающая, они не сыпятся. Они без крупных блесток, без шиммера, очень деликатное сияние, свечение. Все равно до сих пор стробинг в моде. Я сейчас пользуюсь шампунем и кондиционером для волос от фирмы Palms с кокосовым маслом, с витамином Е и кератином. Без парабенов, без сульфатов и без всякой химии. Мне кажется, это гениальная идея — добавить кокосовое масло в шампунь, в бальзам для волос. Почему мало кто это делает, я даже не понимаю. Я с этой маркой знакома очень давно. Раньше я ее заказывала на iHerb. Еще у них есть потрясающий лосьон для тела, потрясающее масло для тела из масла какао. Много разной продукции, такой, знаете, органической. Поэтому они продавались и продаются на iHerb. Но сейчас их можно найти в Алматы. Официальный представитель есть у нас в Алматы, в магазине Monami. Пахнет кокосом, прям пиноколадой. У меня до сих пор ностальгия по Таиланду, поэтому по тропикам. И этот аромат сейчас просто поднимает мне настроение, когда я принимаю душ, мою голову. Лаки для ногтей. На самом деле я вообще не болею лаками для ногтей. У меня очень маленькая дома коллекция, так как я чаще всего делаю все-таки гель-лак. Вот эти лаки и базу сверху покрытия для ногтей от фирмы Relui я брала с собой в Таиланд, и я просто была в диком восторге. И потрясающее верхнее покрытие с эффектом гель-лака. Девчонки, реально, слой получается очень толстый, красивый, как будто бы покрытие гель-лака. Массажер от Целлюлита от The Body Shop. Он идеально ложится в руку, им очень удобно работать. Еще у него вот эти пупырышки. Они не травмируют кожу, и массаж делать не больно, но эффективно, потому что вот прям по ощущениям очень хорошо массажируют кожу. Этот массажер я обычно использую в душе, либо просто с маслом. И если пользоваться им регулярно, то очень хороший эффект. Кожа подтягивается, целлюлит становится меньше. Конечно, он не дает вам вау-эффект, все, вы сразу без целлюлита. Нет, этим нужно заниматься. И поехали! Недавно я познакомилась с маркой Divash, это очень недорогая марка, но у них есть потрясающие продукты. Например, я вам сейчас хочу показать действительно очень хороший моделирующий карандаш, хайлайтер для бровей. Очень классный продукт. У меня нет слов. Когда мне что-то очень сильно нравится, мне хочется все время говорить слово очень-очень-очень-очень. Весь мой словарный запас куда-то исчезает. Моделирующий карандаш, он в единственном оттенке, по-моему, 001. И здесь написано, кстати, на карандаше, что он сделан в Италии. Карандашиком можно идеально прорисовать бровь, то есть выгодно подчеркнуть линию брови, приподнять бровь, убрать какие-то загрязнения там от карандаша, если вы не очень ровно накрасили брови. То есть карандашик, этот хайлайтер, все подчищает. Он тушуется просто великолепно. Знаете, нет такого эффекта, что он вот так вот скатывается, да, там, на какие-то маленькие прямые маленькие волосинки, забивается в поры. Нет, такого нет. Он действительно очень классно тушуется. Если вы будете в Таиланде, советую обратить внимание на фирму Lemongrass House. У них потрясающие органические продукты. У них, конечно, и продукты не только из Lemongrass, у них с разными там ароматами, но мне хотелось именно Lemongrass, потому что я вообще в восторге от этого запаха. Он меня просто будоражит. И я взяла себе масло. Масло я просто не нашла. Эфирное масло, маленькую баночку, и крем для рук. Пахнет просто великолепно. Просто вот я мажу им ручки, во-первых, руки классно увлажняют этот крем, во-вторых, аромат лемонграсса прям по всей комнате, и руки так пахнут, настроение сразу улучшается, и прилив бодрости, в общем, такой кайф. Я надеюсь, вам понравилось это видео «Дорого и дешево». Если вам все-таки по душе эта рубрика, то ставьте обязательно лайк, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока-пока!